В Тульскую область для помощи в борьбе с коронавирусом в ближайшие дни отправятся 150 военных медиков. А дневной стационар городской больницы открывает свои двери после капитального ремонта, первого за полвека. Качество работ лично проверил губернатор. Алексей Дюмин осмотрел кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием, в том числе центр томографии для пациентов с подозрением на коронавирус. В 2021 году Тульская область начала программу модернизации перечисленного звена здравоохранения. Было выделено порядка 1,3 миллиардов рублей. Это программа в рамках указания президента России Владимира Путина. Мы ремонтируем поликлиники, ремонтируем наши больницы, амбулатории. Появляются новые ФАПы, ремонтируются старые ФАПы. В прошлом году в регионе капитально отремонтировали 8 поликлиник, 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Установили свыше 30 новых ФАПов.